тебе могу сказать. Бам-бам, ребята, просто мега, мега рубило, конечно. Да это разнос, Микаш, вот смотри. Вот, бам, ой, он сам умер. Не успели дать. Да, нас ударил, но мы все равно его подлавливаем. И еще один разочек. Давай, и 9, ребята, комбо было. И добиваем. А нет, не попали. Тихо. Есть хэт-хит. Есть хэт-хит, ребята. Комбо 5. Еще 12. Это рекорд, ребята. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и это Shadow Fight 2. Всем привет, дорогие друзья, ну что же, мы теперь играем Крисами. Да, ребята, Крисами, Брэдфордами, и у нас есть метательное оружие, наши сюрикенчики, наконец-то мы дождались их. Вот тут зачаровали их, смотрите, у нас теперь есть ослабление на них, вот так. Слушай, круто, это реально, да, супер. Да, это круто, это супер, ребята, у нас крисы точно так же зачарованы. Смотрите, что нам здесь выпало. Отравление, шанс вызвать у противника убывание 3% здоровья в течение 5 секунд. Слушай, это после круто. После получения удара, да, это очень круто, еще и свойство у него мощное. 330. Да, ребята, это вообще супер. Ну что же, да, приступим. Давайте посмотрим, что у нас здесь за наши бои, кому мы можем задамажить по максимуму. Смотрите, сегодня мы в любом случае пойдем на телохранителя отшельника. Перед этим мы поразминаемся немножечко в турнире. Да, да, ребятки, давайте разомнемся в турнире, посмотрим, что из этого получится. На изи, ребята. А потом в конце видео, возможно, мы пойдем на рысь и попробуем, да, забрать оружие. Затмение, попробуем когти ее забрать. Погнали. Погнали, бой. Так, кто у нас здесь? Счастливчик. Привет, с дубинками, ребята. Дубиночник у нас здесь будет. Деремся. Дубиночник. Деремся в темноте. Ну что ж, крисы, ребята. Крисы тащат. Давай, давай. Нет, ох, не ты, тащат. Слушай. Вот как тащат крисы. Вот, слушай, давай торнадо сразу. Да, ребята, вот это... Отравление, да? Это отравление? Да, это отравление. Смотри, хелси у него, слушай, уменьшается. Да, действительно, и причем так неплохо уменьшается, знаешь, я тебе могу сказать. Бам-бам, ребята, просто мега, мега рубило, конечно. Да это разнос, Микаш, вот так, смотри. Вот, бам, ой, он сам умер. Не успели докинуть. Слушай, отравление прикольная штука, да, получается? Очень прикольная штука. Лучше, чем все, что у нас... Хотя перегрев тоже неплохо. Да, перегрев хороший, но смотри... Смотри, 6 комбо, ребята. Обалдеть. Получалось максимально делать комбо крисами 10. Подожди, это мы на нормальном сейчас сражаемся? Не, на легком. А, ну это понятно. Это разминаемся, ребята. You win. Вот это да, ребята, вот это битва лайк. Просто на изи, реально. Ну, уже, конечно, и скилл у нас гораздо выше. И, в принципе, ты уже не так-то все и тяжело, как раньше. Отошли мы немножко от нунчак, но все-таки там, чтобы их прокачать, надо уже много золотых монет, а видео столько нет, чтобы мы посмотрели. Поэтому, конечно, с рубинами у нас вообще голяк. Кстати говоря, ребят, если мы соберем... Мы ждем 1000 лайков, да, ребята. Если соберем 1000 лайков, задонатим в игру и поиграем с вами вместе, в рейды походим. Да, в рейды клан сделаем. Ребята, мы ждем ваши 1000 лайков. Ну, давайте, это не так тяжело. В просмотров гораздо больше, но лайков почему-то нет. Ну, не можем мы ни на одном видосе еще собрать 1000 лайков. Что за дела? Да, ребятки, я предлагаю следующий бой, что-то нам прям легко было, да, в турнире? Да, конечно. Давай следующий бой за турнирем прям в затмении, здесь уже получим еще красные вот эти вот наши зелененькие темы, которые нам нужны для зачарования. Руны, да, какие-то? Ох, чертовка, как я ее не люблю, ты не представляешь, насколько она прыткая, она вообще просто валит на полную. Смотри, она прям убегает. Смотри, уже ушла, и сейчас будет бросаться чем-нибудь, отвечай. Да, от нее нужно отпрыгивать. Слушай, ничего себе, она блок хорошо поставила так. Она очень хорошо ставит блок, она очень хорошо прыгает, от нее прям нужно, ох ты, уворачиваться, ты видел, как она делает? Забросать может ее чем-нибудь? Опа, немножко забросили, но она даже не упала, ты видел? Ну-ка, ну-ка, вот, попадание есть, ребята. Вот то, нужно, вот когда попадаешь, прям вот начинается самый кайф. Так, подкатываемся и... Валим ее, вот так, на хорошо. На лопаточки завалили. Хорошо. Ребята с крисами, кстати говоря, перестали... смотри, ты видел, как она хорошо увернулась от нашего удара? Хорош! Вот все равно круто и на изи. Да, на изи, ребята, хоть и нормальный, да, но крисы, ребята, крисы тащат. Кто-то нам написал в комментариях давным-давно еще из наших подписчиков, ребята, типа, крисы тащат. Но это реально так, да? Да, то есть... они реально тащат, потому что вот эта их вертушка... Да, она, да, она убийственная просто. Мощная. И вот, конечно, еще отравление тоже дает о себе знать. О, ноги получаем. Но... Слушай, она прям четко подпрыгивает. Да, да, я же говорю, она увертливая прям вообще. Видишь, приходится за ней тоже прыгать. Давай, и вот давай, так давай. Вот ее дамажить. Не, вертушка не получилась, к сожалению, но одиночными ударами. Одиночными вот такими, ох, ударами. Подых.
Слушай, вот это вот уже хороший. Издалека нужно бросать. Кидаемся, ребята, у нас же есть все-таки. Ох, смотри, друг друга, да, бросили, получается. Но мы все равно победили. Супер. Да, ребята, отличная победа. Шикарный просто бой, и это в затмении. Мы еще набрали, смотри, сколько мы набрали. Кстати говоря, мы можем проапгрейдить сейчас быстренько, пока что играем. Шлем у нас не прокачан еще. Ну, слушай, давай проапгрейдим, конечно, улучшение. Слушай, тогда есть возможность. Да, почему, ребята, бы этого и не делать? А то с баблишком-то напряг определенный прям совсем. Да, конечно. Так, ну что ж, что ж мы делаем-то? Давай сейчас попробуем. Ой, здесь безумно. Здесь безумно? Не-не-не, телохранителя следующего, ребята, отшельника в любом случае надо побороть. Да, согласен. И нужно. Мы на него идем, ребята, в бой. Богомольчик, ты смотри, а? Никто не должен обладать такой силой. Это состязание лишено смысла. Я узнаю секрет, и он исчезнет со мной навсегда. Это точно. Ну что же, посмотрим. Богомол у нас уже третий, да, телохранитель? Да-да-да. Много таких вот было балабольчиков-то у нас, богомольчиков. Да, которые представлялись крутыми, но по факту... Но по факту вот так вот мы их разносим, да, ребятки? Да вообще, слушай... Ты смотри, пинать он нас собирается, а? Ты смотри, как у нас хорошо работает наша... Ой, ты тихо, ты подожди. Да тихо, тормози, не бей так нас, разошелся богомол. В угол зажал, а мы не можем... Ох, подловил. А мы не можем даже раскрутиться. Ох, как хорошо, ребята. Вовремя проскочил, да, прям? Вот это батл. Вот это батл. Ну-ка, пошел богомол. Опа, хорошо раскрутились. Ногой, здесь... Ай, нет ногой. Руками. Супер, просто вообще супер. И опять, и смотрите, как отравление, оно постоянно. Да, постоянно что-то оно поднакопилось, а да отстань. Ты смотри, о, ты видел? Просто, мне кажется, его отравление, да, и уничтожило. Мы его чуть-чуть задели, чуть-чуть зацепили. Он нас кинул, а мы в это время атаковали, его немножко, атака прошла, и нас он атаковал. Короче, вот так вот. Выслушай меня, магии не место в боевых искусствах. Она замутневает, затуманивает разум и мешает сосредоточению, а попав в плохие руки, ведет к горю и гибели. Вау! Сенсей тут у нас появился. Магия, так вот в чем секрет отшельника. Берегись, мой ученик, магия — это опасная и могущественная сила, ее нужно избегать. Сенсей прав, магия слишком опасна, чтобы позволить кому-то ею пользоваться. С другой стороны, представь, что ты бы мог сделать, обладая таким могуществом. Да, ребята? Так, ну это ладно, позже мы совершим покупку. Да, нам предлагают магия... опять что-то купить, как всегда. Ну что же, да пробуем рысь. Конечно, ребята, идем на рысь. Идем. Фух, так, в затмении. А, в затмении, да. Переходим. Сложно у нас. Используем одну нашу. Ребят, скажите, как вот эта зеленая штука называется? Да, это руны. Вот я их руна, называю, да? Руны, да. Руны, да, зеленые, красные руны. Хорошо, отлично, ребята. Мы знаем, как они называются. Но все равно напишите, мы будем вам. Да, если кто-то рады, знает, да, их прям название какое-то есть специфическое. Может, они какие-нибудь могущественные или неимоверно крутые руны. Ну, посмотрим. Да. Хорошо, поехали. Так, ребята, погнали. На рысь идем в сложном, отбираем его когти и... Ах ты, живот тебе, понимаешь, не так-то все легко. Нужно еще дойти до рыси. Шин опять? Да, мы опять сражаемся со всеми телохранителями. Да, вот так да вот. Ну тебя, и когда мы сможем их... Вот ты смотри, какой смотри. Быстрый шин. Гаджин ты какой, а? А интересно, у них есть метательное оружие? Слушай, а у него, кстати, оружие тоже да, прикольное. Да, у него кинжалы чуть-чуть покруче, чем у нас, или похуже. Ребята, пишите в комментариях. Вот опа-на, мы подловили. Хорошо. Ну-ка, еще раз. Ай, не, он смотри. Грамотно, смотри, грамотно, как он грамотно, да? Грамотно, из-под тяжка, да, нас ударил, но мы все равно его подлавливаем. И еще один разочек. Давай, и давай. 9, ребята, комбо было. И брось. Добиваем. Ну, вот слушай, против это... такого нереально просто устоять. Конечно, честно, ребята, я же говорю, Крис и Брэдфорды просто тянут, вытаскивают. Ну-ка, еще разочек. Бра-ба-ба-ба-бам. Слушай, блок, хорошо он тогда прям поставил. Да, но мы его подлавливаем все равно. И еще раз бьет ногой. Мы его... Бросок, захват лопаточки, на лопатки. И нужно атаковать. Видишь, как шин. А так, подловили немножко локоточком его. Перекатываемся. И хорошо. А нет, ай-яй-яй, не попали. Тихо. Есть хэд-хит. Есть хэд-хит, ребята. Комбо 5. Еще 12. Это рекорд, ребята. 12 комбаков, это рекорд. Слушай, можно издалека сейчас на расстрелять тебе. И еще раз можно? И еще раз можно. Что-то очень долго думает. Да, видимо, долго надо прокачиваться. На тебе еще раз. И сейчас мы его просто вот так вот, знаешь, вот так вот задамажим. Вот оно, слушай, ну просто какой-то шедевральный бой, мне кажется, на да, ребята, причем. Очень круто, очень отлично. Макс комбо 12. Это реально первый раз, когда у нас такой большой комбо. Еще и как будто у нас улучшен, но это хорошо.
Слушай, у нас опять сложно. Не знаю, будем ли мы пробовать. Наверное, в следующий раз. Да, я думаю, мы в следующем видео подкачаемся, уже обязательно подкачаемся, но уже будем пробовать в каждом видео проходить по одному. Конечно, ребята, из конечно. Ребят, проходим все честно, без всяких взломов, донатов. Так что стараемся для вас. Играем за кадром, просто неистово прокачиваемся. Вам огромное спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть. Да, с кем нам сразиться. Посоветуйте нам что-нибудь такое интересное, чтобы зачаровать. И что на нашем уровне прокачки вообще самое тащерское. Да, ребятки, а вам огромное спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч в новых видео. Да, ребятки, всем спасибо. Пока. Пока.